От пациентки. Болит правая нога при ходьбе. Консультативное заключение по МРТ пациентки 69 лет от 20 ноября 2020 года. На серии МР-томограмм тазобедренных суставов получено изображение в аксиальной, корональной и сагитальной проекциях. Деструктивные изменения в головках бедренных костей и видимых костях таза не выявлены, признаки отека костного мозга не определяются. Структура подвздошных костей и крестца неоднородная за счет обширных зон жировой дистрофии вещества костного мозга. Вертлужные впадины и головки бедренных костей находятся на одном уровне. Суставные поверхности головок бедренных костей и вертлужных впадин имеют ровные контуры, гиалиновый суставной хрящ прослеживается отчетливо, истончен, суставная щель равномерно сужена. По крышам впадин, признаки субхондрального склероза, по краю вертлужной впадины с обеих сторон, умеренные остеофиты. В околосуставных сумках и в полости суставов избыточное количество жидкости не определяется. Очаговых изменений деформации головок бедренных костей не найдено. МРТ признаки изменения окружающих мягких тканей не выявлены. Таким образом, выявлен коксартроз первой и второй степени с обеих сторон. Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Холинаф. Вопрос пациентки. А вы увидели какие-либо изменения в правой подвздошной кости? Ответ профессора Холина А.В. Да, судя по всему, присутствует небольшое доброкачественное образование, энхондрома или остеоид-остеома. Вопрос пациентки. А МРТ отличает доброкачественное или злокачественное, стоит ли сделать доп-диагностику на вид опухоли? Ответ профессора Холина А.В. Обычные рентгенограммы, они точно подскажут, какая именно из опухолей. Доброкачественная в любом случае, так как нет костной деструкции. При МРТ вокруг злокачественных опухолей обычно есть также и отек.